утро. Сегодня мой третий день в Мурманске. Погода тут плюс 19, пасмурно. А все люди, как вы можете видеть, в куртках, в штанах. Мы с Макариком сейчас на велосипедах поедем в поселок Дровяное. Это место, где мы жили все мое детство, где я пошла в школу. К слову, поселок находится от города плюс-минус где-то 15 километров. Да, мы поедем через огромный Кольский мост. Будем смотреть на причалы. Да и просто по именам походим. Да, так, да. У всех и куртках. Я молодец в велосипедках и в маечке тонкой. Но на самом деле не очень холодно. То люди смотрят на меня как на идиота. Вот, поэтому посмотрим, что там как. Просто, чтобы вы понимали, мы сейчас находимся на улице Морской. Тут проезжая часть, и мама утка-дура просто ведет своих детей, типа, на верную смерть. Вот мы идем следом, чтобы, если где будет какая машина, бля, да они идут прям, типа, на проезжую часть. И что делать, Макар? Короче, блин, бред просто. Это, получается, Кольский проспект, улица Беринга. Я на самом деле малость опоздала, потому что было надо снимать вон оттуда. И еще бы выше вид был намного круче. Продолжаем ехать в Дровяное. Только что мы спасли утку и 8 утят. Потратили на это полчаса. Это Кольский мост и через Кольский залив. Плохо видно, потому что пасмурно. Сейчас еще там заеду тоже на него и сниму вам оттуда. Что, вот эта погода подпортилась, конечно. Мне кажется, там дождь сейчас. Вот нам нужно ехать вон туда, за залив. Серединку почти. Вот он сам залив. Вон он, как высоко. Сам мост. Значит, прошел примерно час, как мы въезжали на мост, и там у меня пробилась шина на велосипеде. Вот. Переехал папа
спас меня, забрал велосипед, забрал рюкзак. Я решила, что смысл менять планы свои. Вот, я просто заказала такси и доехала в этот поселок на такси. Ну так вот. И, кстати, да, время там только 3 часа дня, а день уже очень насыщенный, уже много чего произошло. Мне нравится такая тенденция. Вот я иду по дорожке к нашим домам, где мы жили раньше. Опять у меня такое прям чувство ностальгии меня прям и переполняет. А я уже на самом деле чувствую то, что я за весь день на великах терла себе ногу в кроссовке, но я думаю, то, что вряд ли уже меня сегодня кто-то сможет остановить. Настроение прекрасное. Все здорово. Я рада очень. Вот, мы тут жили, ну, получается, лет 20 назад. Ну, это маленький, получается, поселок здесь. От редомов всего. Очень пустынно. И нету никого. Ну вот, а раньше здесь было очень много детей. А сейчас, по-моему, даже магазина нет. Очень пустынно. Вот там вот был магазин. А сейчас я знаю то, что это здание дают как частный дом за какие-то бешеные бабки. Вот, и здесь, по-моему, даже не осталось в этом поселке даже магазина. Вот так вот, никого нету. Сейчас вот буду гулять здесь. Погуляю. Потом пойду вниз, схожу, где у нас была школа. Вот, а потом пойду обратно домой. Вот так вот. И вот здесь вот тоже был магазин. Но он тоже закрыт, тут ничего нету. Блин, вот и все. Но я вот только пришла, тут 5 минут прошла. И больше идти некуда. Ну, пойду, наверное, схожу в лес. Тоже не далеко отсюда. Да. Вот, здесь вот построили площадку. Это на самом деле удивительно. Сейчас, может быть, попробую зайти в наш подъезд, где мы жили. Посмотрим. Я думаю, что вряд ли там будет поругаться кто-то. Все надписи наши остались. Шок. Разруха, конечно. Ну, вот это вот. Это, короче, большую часть, вот это мы царапали детство. Запахи все те же, что и были раньше. О-о-о.
Ничего не изменилось. Ну, там мы жили. Вот это я тоже писала. Кошмар. Вот такие вот дела. Вон там, получается, гаражи. Здесь у нас раньше была хоккейная коробка. Ну, сейчас уже тут уже ничего не осталось. Вот. Все ломают. Все разрушено. Вот там вот была, получается, детская площадка наша. Ничего не осталось. Сейчас вот, может быть, попробую сходить на любимую опушку к лесу ближе. Там очень здорово. Но я не знаю, смогу ли я там пройти, потому что там я вижу трава прям. Иду вас сейчас ближе к лесу. Но это на самом деле такая, в принципе, памятная у нас дорожка. Вот, потому что мы жили в этом доме, и получается, это типа, это, короче, каждую осень, получается, каждый день мы ходили в лес за грибами, именно вот здесь вот. Тут прям были раньше, получается, карьеры, но они сейчас и так есть, но они были такие, типа, песочные, типа, красивые, вот. Блин, так круто. На самом деле, прям очень живописная природа, вот, очень много, получается, карликовых и березок, вот, осины, чего тут еще, тут много чего есть, вот, но самое, в принципе, на самом деле, короче, красивое время, чтобы приезжать сюда, это осень, вот. Потому что тут прям все получается прям горит огнем, прям такие целые цвета, прям желтые, красные, оранжевые. Очень-очень красиво. Тут мы тоже играли. Здорово. Вообще ничего просто не изменилось с тех пор. Все как было, так и есть. А так уже вот 20 лет прошло. Ну вот, я вот вижу, то, что там за мной еще детки бегают. И я их явно заинтересовала, то, что я тут хожу, вынимаю. Вот, они ходят за мной. Высматривают, и что я тут делаю. Вот так вот. Блин, я рада. Да, тут у нас раньше была это типа тарзанка была здесь. И вот здесь она была даже, блин, короче, веревка осталась. Рыгали здесь на этой тарзанке, ломали себе ноги. Всячески. Ну, вот тут видно, что, в принципе, детки-то тоже вот это, типа, занимаются чем-то, строят. Блин, так прям не хватает всего этого. А запахи тоже. А вот там у нас вот был спуск за грибами. Ой, блин, меня, рут меня комары.
Я пойду, наверное, отсюда обратно. Сейчас я иду в Нижнее Дровяное. Там открывается классный вид на Мурманск. Вот. Да, получается, до автобуса у меня еще час. Он тут ходит не часто. Что-то раз в час или раз в полтора. Вот, поэтому сейчас нагуляюсь. Вон там есть заброшенный маяк. Вон там. Вон там вот. Если у меня будет сейчас настроение и желание, то я... А, ну и время, если еще будет, да, то я, может быть, попробую слазить туда. Но это не точно. Вы только посмотрите. Ну. Ну, красота же. Вот. Это Первомайский район. Вот там вот мост, где я снимала. Вон там стоит какой-то корабль. Сейчас тоже пойду дальше вниз. Вон там вот сломанная труба. Вот, да, войны тут была лесопилка, но я и не помню, чья. Папа мне говорил, то ли шведов, то ли еще чья-то. Вон порт видно отсюда. Сейчас пойдем вон туда, к школе. Ручеек так как бы мельчал. Тут раньше просто был водопадище. Ну или мне так, может быть, кажется. Красиво. Ну вот и моя родная школа. Школу закрыли несколько лет назад за ненадобностью, потому что тут не так уже много детей, что это бы был смысл ее вообще, в принципе, держать. Вот, потому что я помню еще, когда я здесь училась, а я здесь училась с 1 по 5 класс или по 7. Вот. В классе в 5, в 6 нас было 4 человек. То есть там на всю школу, на все, получается, до 11 классов было человек, ну, 80, мне кажется, ну, максимум. Ну, вот. Вот наша школа. А, насколько мне известно, по данным последним, что ее вообще, по-моему, продают, и что вот это собирались сделать из нее то ли хостел, то ли еще что знает, фиг знает. Ну вот стоит брошенная. Пойду посмотрю, что тут там. Там еще тоже. Здесь была раньше коробка хоккейная. Тут тропинка, и по этой тропинке мы шли в школу всегда. Все уже поросло бурьяном. Там был мостик. Я не знаю, остался ли он там, нет. Сейчас пойдем посмотрим. Да, остался, точно. Какие запахи. Вот так вот.
Вот здесь у нас была столовая. Блин, не знаю, получится ли у меня здесь пройти или нет, чтобы пройти к и библиотеке, все вот это вот. Ой, я еще с этими типа голыми ногами тут хожу. О, так мокро. Вот здесь у нас были руды, проходили уроки. Здесь у нас была библиотека. Вот этот двор тоже. Ай. Вот, а вот это, получается, нижняя дра Ивиноя. Тут тоже, получается, несколько домов всего. Так мило. Сейчас входила с немало садик, и там были женщины, сидели. Они меня подозвали такие. Девушка, а вы что тут делаете? Что снимаете? Нас тоже снимаете? Я говорю, да нет. Она говорит, а что-то надо-то тут? Вот. Рассказала, то что еще сразу спрашивают, ой, а где жили, с кем учились? Вот. Выяснилось то, что там мама моего, получается, бывшего одноклассника из параллели вроде бы, или я не помню, ли он старше меня на год учился. Так мило. Блин. Не знаю, типа, переполняет меня чувство. Не хочется отсюда уезжать. Но надо. Вот, это старые разрушенные причалы. Вот, в таком виде они уже, наверное, лет последние 20 находятся, потому что я еще помню, то, что я была маленькая, они уже все уже были разрушены. Вот, мы тут, помню, мелкие ходили, ловили рыбу вроде. Да и просто тут ползали, шевелялись. Сейчас посмотрим. Ну, красота же. Все доски гнилые, дальше не полезу. Ну, а тут какие-то шевотуки нас его троили, сейды поставили. Интересно, сейчас тоже пойду посмотрю, что там. Вот такое, даже не знаю, что вот это. И, короче, кто бы это мог построить, с какой целью. Ну, миленько. Делали лавочку тут. Вот так вот люди стараются для себя же. А вот и вид на Мурманск. Дождь, по ходу дела, начинается идти, спрятаться надо куда-то. Да, на самом деле, это очень мило. У меня, да, получается, до автобуса час еще,
А тут уже сейчас дождь пошел с ливнем. И при этом еще садится телефон. Вот. А у меня в планах было еще сходить до лесопилки. Вот. Поэтому не знаю, может быть, сейчас попробую.